Привет, Дрю! Как твои дела? Пиши в комментах, и мой секретарь, возможно, опубликует твой коммент. Меня зовут Макс Саныч. И я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. В этой книге собраны все мои ошибки и падения. Но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это путь воина без страха и мусора в голове. Я как бывший веб-менеджер моего товарища рекомендую своего бывшего знакомого как профессионала в сайтостроении. Адрес странички ВКонтакте 3160-5878. Итак, книга называется «Беседы современной молодежи. Проверено на практике. Лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета». Рассказ номер 10. Макс, хочешь заняться администрацией сайта? Я буду говорить своим голосом, Саня будет говорить вот таким голосом. Итак, приступим. Так бы и сказал, что программируешь. Я мозги себе отморозил на улице. Ха-ха-ха, надо отогреть. Удачного дня, Саня. И тебе. Только попрощались, и мне тебе работка есть. Хочешь заняться администрацией сайта? О, интересно, да, хочу. Нет, мне Типуля звонил только что на телефон. Ему нужен контент-менеджер. И? Он скайп мне напишет, и я твой дам скайпик. Поговорите, я тебе скажу, что почем, и помогу договориться, если что. Хорошо. А пока ждем. Ждем, конечно. Я подписался на 5 техник резиновой верстки. Получи 5 уроков совершенно бесплатно прямо сейчас. Что за Типуля? Ты его знаешь? Он проверенный временем, товарищ. Не, по объяве позвонил. Но вроде адекватный. Телефон дай и имя, я его проверю в своей базе, я же IT-секьюрити. 095-442-2407. Ладно, Максим, я продолжаю работать. Номер чистый, я ушел на часа два. Максимум посылку отправить надо и по магазинам пройтись, купить, поесть, свяжемся позже. Ну, прошло часа два, я пришел, спрашиваю. Не звонил? Не! И не писал? Не! Еще не вечер, ждем. Ну да! Перезагружусь. Спасибо, что сказал, я буду молиться, чтобы все прошло хорошо. Правильно. Чтоб тебе не так скучно было, можешь вот послушать, как работать и что для этого нужно. Это примерно как я работаю, если интересно. Интересно, сейчас за хлебом схожу, забыл купить, блин, хлеб. Я на моб-связи, смотрю уже первое видео. Максим, ты можешь не комментировать, что ты делаешь? Ты еще когда в туалет ходишь, мне сообщай. Я прокомментировал, чтобы ты знал, что я дома, вот почему. Я уже читал, что ты дома. Можно коммент по просмотрам видео? Давай. Интересно. Ага. Чего-чего? Я так понял, мне нужно Photoshop изучить? Еще вопрос, мой ПК потянет? Потянет. Ого, сколько инфы я получил. Интересно. На сегодня все, я спать. Давай, спокойный! Завтра продолжу. Все, пока-пока! Сладких снов! Итак, друг, ты слышал рассказ номер 10. Каждую субботу на моем канале аудиокнига, которая называется «Беседы современной молодежи». Подписывайся на мой канал, и ты всегда будешь первым, кто услышит очередной рассказ.
Желает успехов тебе, Макс Саныч. Пока-пока.